Кто таков? А ну, слазь с коня. Трофим, пошарь-ка у него по карманам. Вашу шпагу. Повернитесь. Кто таков? Так бы сразу и сказал. Самойлов. Я. Шпагу-то верни. Слушаюсь. Синюхин, да. Проводи в штаб. Будет сделано. За мной. А ты, Самойлов, прежде чем по карманам шарить, на ножны гляди, дурень. Фу, слушай. Русская армия шла по дорогам Германии. Полгода назад она уничтожила полчища Наполеона в России. Французский император бежал в Париж и, собрав новую армию, двинул ее против войск Александра I. К России присоединились Пруссия, Австрия и Швеция. Но основную тяжесть этой войны нес на себе русский солдат. Александр понимал, какую ношу взвалил он на своих воинов. Ценой невероятных жертв они освободили родину, а теперь им предстояло сражаться за освобождение Европы. Но конец владычеству Наполеона в Европе могла положить только его армия. Лишь окончательная победа в этой войне могла гарантировать России мир на многие годы вперед. Сколько трудностей должна армия перенести в эту ночь? Как же мне не любить военных и не предпочитать их тем господчикам, которых я вижу иногда из окон дворцов, которые, отоспавшись на мягкой постели часу в 11, идут к своим должностям. Можно ли сравнить эту службу с военной? Ваше Величество, к вам гонец. Ждет. Ваше Величество, срочное сообщение из Вены. Австрийцы хотят мира с Наполеоном. После двух наших поражений при австрийском дворе не очень верят в победу. Да неизвестно, и желают ли ее. Австрийский министр иностранных дел Меттерних ведет переговоры с кабинетом Наполеона. Два поражения подряд. И это после того, как французская армия была полностью уничтожена. Полагаю, что еще одно приведет к тому, что Австрия выйдет из Союза. Недавно разбитый и почти уничтоженный в России Наполеон снова одерживал победу за победой. Казалось, что история возвращается вспять, и французскому императору суждено снова и снова диктовать свою волю всей Европе. Франц I, австрийский император, приходился Наполеону тестем. Его дочь Мария Луиза была женой французского монарха.
Сам Франц не любил и страшился Наполеона. Но еще больше он боялся русского влияния в Европе после того, как Наполеон падет. Австрийцы не хотели ни владычества Наполеона, ни его отречения. Пугая Наполеоном соседей, а самого Наполеона своими войсками и союзниками, император Австрии сам хотел править в Европе. Ну, Австрия как предавала, так и предает. У них своя империя, у нас своя. Прав был Кутузов покойный. Воротимся с рылами в крови, с такими-то союзниками. Кутузов был солдатом, а мы с вами – государство. Что было бы с Россией, если бы Наполеон начал свой поход не от Немана, а от Днепра? Наша цель – отодвинуть границы нашей империи на запад. Ради этого стоит умирать. Нового нашествия на Россию я не допущу. Ни французского, ни австрийского. Чтобы иностранный солдат на 100 верст не мог приблизиться к русской границе. Ну, а что делать с Австрией? Надо заставить Австрию воевать. Пусть командующим всеми союзными войсками будет какой-нибудь австрийский фельдмаршал. Например, Шварценберг. Ну как? Наша вкуснее. Гляди, союзники пожаловали. Да ну. Точно. Эх, чувствую, назначат нам австрияка командующим. А хоть бы австрияка. Наши немцы лучше, что ли? Да наши хоть свои, ручные. Барклаева на меня даже не обижается. Почти. А скажи, Алёша, будь ты царь, кого бы назначил командующим? Будь я царь. Самойлов, я тебя убью. Я ваш благородник. Он Карпову и назначил. Карпов? Скажи, Карпов, а был бы ты главнокомандующий? За сколько с французом управился? За неделю. Браво, браво, браво. За неделю. Ишь ты. В понедельник бы распустил австрийцев по домам. Во вторник прусаков. Потом в 3 дня наших штабных немцев, ну те числом поболее будут. Ну а в субботу в аккурат мы с Самойловым вам Бонапарта и доставили бы. Верно, Самойлов? Самойлов убьют, я ваше благородие. Так точно, в субботу. В субботу. Ты же говоришь неделя. А воскресенье что ж? А? Как что? Самойлов? Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство. В воскресенье божественная литургия и пора, ваше высокопревосходительство. А вы? Ты скажи, Карпов, это твои казаки вчера с прусаками подрались-то? Никак нет, как можно. Это мы с ними. 3-й день сухарей нет, людей кормить нечем, а сапоги? Самойлов, покажи. Ладно, Карпов, ступай, я распоряжусь. Самойлов, дуй в село да поживее, сена вон нет, и мне перед господами-генералами за тебя срам один. Слушаюсь, ваше благородие. Численность русской армии в Европе уже достигла 173 тысяч человек. Всю эту массу войск следовало обувать, одевать, кормить, снабжать боеприпасами и кормом для лошадей. Армия находилась далеко от России, но командование делало все возможное для снабжения войск. В начале заграничной кампании в армию из Петербурга было доставлено 54 тысячи мундиров и шинелей. В Польше и Германии закуплено 740 тысяч аршин сукна. В тылу устраивались швейные мастерские. В особенности заботились об обуви. В Саксонии армия закупила сапожный товар на 100 тысяч пар сапог. Много обуви было захвачено у французов, но вся она оказалась для русских солдат попросту узка. Продовольствие при войсках полагалось иметь на 10 дней. На 4 дня в ранцах солдат и на 6 в обозах. Продукты обязались поставлять прусаки и австрийцы, но доставлялось оно в малом количестве и не вовремя. Доходило порой до драк между союзниками за продовольствие. В походных условиях
Хлеб быстро портился, и предпочтение отдавалось сухарям. В Польшу был доставлен транспорт в 3000 подвод, который доставил в армию около 100 тонн сухарей. Кроме того, пекли хлеб и сушили сухари прямо в войсках. На маршах солдаты часто болели, и при каждой дивизии имелся передвижной лазарет. В Пруссии и Силезии больных отправляли в прусские госпитали с платой 70 копеек в сутки за больного. Тяжелая война продолжала забирать и деньги из казны, и человеческие жизни. К лету 1813 года союзники имели 492 тысячи солдат и 1383 орудия. У Наполеона 440 тысяч человек и 1200 орудий. Войска антифранцузской коалиции разделились на три армии. Северную армию под командованием шведского кронпринца Бернадотта, Силезскую армию под командованием прусского фельдмаршала Блюхера и Богемскую армию под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга. Русские войска были распределены между этими армиями. Четвертая под командованием Бенниксона формировалась в Польше. По общему согласию русского, австрийского и прусского монархов, главнокомандующим всеми силами союзников был назначен фельдмаршал Шварценберг. Карл Филипп цу Шварценберг, австрийский фельдмаршал и генералиссимус. В 1812 году, когда Австрия была союзником Франции, командовал австрийским корпусом в составе армии Наполеона и участвовал во вторжении в Россию, действуя против войск генерала Тормасова. Сумел избежать больших сражений с русскими войсками, но прикрывал отступление французской армии. Шварценберг был храбрым солдатом, но весьма посредственным полководцем. К тому же и положение его было трудным. В главном штабе не утихали вечные споры между русскими, пруссаками и австрийцами. И Шварценберг должен был больше хитрить, чем командовать. Ну что, поздравляю с новым командующим. Коли он будет воевать, как в России воевал, то мы с Бонапартом и за 10 лет не управимся. Пусть командует. Когда казаки будут гулять по Елисейским полям, австрийцы будут посговорчивее. Надо быть хитрее. Пока нужна хотя бы одна победа. В полночь на 30 июля во французскую армию было передано объявление о прекращении перемирия. Война запылала снова. Шварценберг командующий? Шварценберг, командующий. Этот человек своим званием маршала обязан мне. Их союз снова рухнет после двух-трех наших побед. Французский император понимал сложность своего положения, но он не хуже других монархов разбирался в политике. Богемская армия Шварценберга, согласно указаниям из Вены, не собиралась действовать особенно энергично. И Наполеон это знал. Любопытно, что командующий Северной армией союзников шведский принц Бернадотт также был когда-то наполеоновским маршалом. Бернадотт? А этот будет топтаться на месте. У них что, своих маршалов нет вовсе? Только мои? Сир, я слышал, что Александр пригласил и генерала Моро. Моро? И Моро? Этот жалкий предатель. Когда-то он был хорош, но предатели всегда кончают плохо. Генерал Моро считался одним из самых талантливых генералов Франции. Он был изгнан императором из страны и за это ненавидел Бонапарта. Именно поэтому он согласился помочь Александру, как человек, хорошо знавший сильные и слабые стороны Наполеона. Наполеон будет бить ваши армии по частям. Его самое слабое место – Дрезден. За сотни лье от Парижа ему нужны запасы этого города.
возьмете Дрезден, возьмете Наполеона. Наполеон считал Дрезден наиболее важным для себя городом. Здесь были собраны запасы продовольствия на 2 месяца для 300 тысяч человек его армии. Дрезден был прекрасно укреплен. Гарнизон всего в 30 тысяч человек мог держаться в нем до 15 дней. Этот город был сердцем его армии. Мы идем на Блюхера. Маршал Сен-Сир остается защищать Дрезден. Только не потерять его. Пусть меня отрежут от Рейна, лишь бы не отрезали от Дрездена. Наполеон двинулся на Силезскую армию Блюхера, рассчитывая быстро разгромить ее, а затем нанести удар по богемской армии Шварценберга. Идите сюда, слушаюсь. Пошли, пошли. Иди. Это адъютант маршала Сен-Сира с бумагами к Наполеону. Из захваченных бумаг стало известно, что на пути к Лейпцигу французских войск нет вовсе, а Дрезден занят лишь слабыми силами. Дрезден нужно брать, пока там нет Наполеона. Александр торопил Шварценберга, но союзным частям понадобилось целых 5 дней, чтобы преодолеть 70 километров до Дрездена. Никто из союзного командования не мог предположить, что Наполеон со своей армией за 3 дня пройдет 115 километров и окажется у города практически вместе с союзниками. 13 августа около Дрездена сосредоточилось уже 60-тысячное русско-австрийское войско. В этот день город обороняли лишь 40 тысяч солдат Сен-Сира. Однако вместо немедленного штурма собрался целый военный совет. Наших сил недостаточно, чтобы взять город. Где остальные войска? Армия на марше. Я полагал предпринять штурм немедленно, но как будет угодно, Вашему Величеству. Город был бы в Ваших руках. Атаковать нужно сейчас. Кому нужна армия, которая проходит 5 лье за 5 дней? Ночью подошли новые войска союзников, но время было упущено. В это же время в Дрезден прибыл Наполеон со своей армией. В 11 часов утра Александр с удивлением заметил, что войска строятся для боя. Оказалось, что Шварценберг отдал приказ о начале сражения, даже не предупредив об этом русского императора. Начальника главного штаба быстро ко мне! Главнокомандующего быстро к его величеству. Александр сообщил Шварценбергу, что в Дрезден прибыл сам Наполеон, и поэтому атака на город невыгодна. Снова приступили к бесплодным совещаниям. Черт возьми! Я теперь не удивляюсь, что 17 лет вас всегда били. Ваше Величество, этот человек потеряет все. Споры среди командования не прекращались. В 4 часа прозвучал сигнал. 3 пушечных выстрела. И войска пошли на штурм, даже не имея четкого приказа о целях наступления. Укрепления Дрездена выдержали эти слабые атаки, и союзники отступили. Ночью пошел сильный дождь. Французы были укрыты от него в городских домах, а союзная армия в тягостном настроении мокла и мерзла. Укрытия не было, продовольствия тоже. Среди солдат ходили слухи о грядущем отступлении. На следующий день Шварценберг приказал повторить штурм.
Снова шел дождь. Ружейный порох намокал. Стрелять было невозможно. И солдаты шли вперед по грязи, полагаясь лишь на свои штыки. Зато не смолкала орудийная канонада. Видите вон ту группу? Поверните орудие. Весь огонь по этому холму. В войсках долго ходила легенда о том, что Наполеон, узнав вдалеке Муро, сам зарядил ядро и навел на него пушку. Ваше Величество, нас заметили. Думаю, лучше уехать отсюда. Ядро оторвало генералу Муро правую ногу и раздробило левое колено. В госпитале ему ампутировали обе ноги, но через две недели генерал скончался. Генерал Муро был погребен в католической церкви Святой Екатерины на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На другом конце Невского проспекта, в Александро-Невской лавре, покоится прах другого полководца, Александра Суворова, который сражался с Муро в Северной Италии. Таким образом, два командующих враждебными армиями похоронены в одном городе и на одной улице, но в противоположных ее концах. Когда раненного генерала Муро несли на носилках, французская конница маршала Мюрата на левом фланге громила австрийцев. В плен попало 10 тысяч человек. Французы захватили несколько дорог, ведущих к Дрездену, перекрывая союзникам пути к отступлению. Шварценберг колебался. Он имел еще много войск в резерве, но панически боялся окружения. Русский император требовал продолжения штурма, но командующий настоял на том, чтобы отступить. Как отступать? Куда отступать? Не дрались же еще! Не могу узнать! Команду отход! Слушаюсь! Слушай мою команду! Французы на Пиримском шоссе! Ihre Majestät, wir sollen... Ваше Величество, надобно уезжать. Немедленно. Французы уже заняли Пиринское шоссе. Черт возьми, ретирада? По чьему приказу? Сие решение главнокомандующего. А как же резервы? Ими распоряжается тот же человек. Нужно было назначать Блюхера. Неужели это конец? Сколько трудов. Неужто все зря? Теперь для отступления у союзников оставалась лишь одна дорога, еще не занятая французами. На ней сошлись более 200 тысяч солдат отступавшей армии союзников. Дорогу загромоздили обозы и повозки. Колонны путались, подводы сцеплялись, перегораживая путь. Беспорядок стоял ужасный. Ругательства раздавались на всех языках. Путь в Чехию, куда отступала вся армия, шел через горные долины в Рудных горах. Далее дорога проходила через узкий проход, напоминающий небольшое ущелье. Если бы французам удалось перекрыть этот проход, вся армия Шварценберга была бы окружена. Чтобы захватить вход в это ущелье и отрезать врагу путь к отступлению, Наполеон направил им наперерез корпус генерала Ван Дамма. Они все будут в моих руках. Передайте Ван Дамму, если он выполнит задачу, то получит маршальский жезл. Да, мой император. Если Ван Дамм сделает это, то война закончится в считанные дни.
простое отступление войск Шварценберга вот-вот могло перерасти в полный разгром. Всей союзной армии вместе с русским и прусским императорами грозили окружение и плен. Гибель союзников и всей коалиции казалась неизбежной. Ван Дам двигался в обход союзных войск к городу Теплице. На его пути в 40 километрах от Дрездена, у города Кульм, находился небольшой отряд Остермана Толстого. Поверить невозможно. Ведь победа наша была бы. Все профукали. Все псу под хвост. Бежим, как зайцы. Корпус генерала Ван Дамма, ваше высокопревосходительство. Тысяч. Что делать, ваше высокопревосходительство? Не сдержим. Что делать? Что делать? Опять что делать? Стоять и умирать. Отряд Остермана Толстого закрепился у селения Пристень, перекрыв дорогу на выходе из ущелья. 10 тысяч русских солдат стали на пути 35-тысячного французского корпуса генерала Ван Дамма. Передавят нас, как в мышеловке. Не зуди. Не задавили до тепереча. Не задавят и присно. И во веки веков. Аминь. Батальон! Первая атака французов была отбита. Узкое ущелье не позволяло им развернуть наступление в полную мощь. В 12 часов дня Ван Дамм начал новый штурм. Ты чему радуешься? Так ведь драка! Гвардейская дивизия генерала-лейтенанта Ермолова привела в ваше распоряжение! Ну тебя! Сашка! Алёша, принимай командование. Я, кажется, отвоевался. Быстрее! Быстрее! Первое ранение Остерман Толстой получил в 1807 году. Французская пуля на вылет пробила ногу. При Бородине на батарее Раевского он был контужен. 9 мая 1813 года под Баутценом ранен пулей в плечо. Это кто? Чего набежали? Докторы, ваше высокопревосходительство. Докторы. Вот ты. Твоя физиономия мне понравилась. Отрезай мне руку. Приткнуть штыки! Егоров! Я! Прикажи песенникам мою любимую. Слушаюсь. За веру! Царя! И отечество! Ваше превосходительство. Чего? Вот, выпейте. Что это? Спирт. Черт, нечего на меня водку переводить. Мне не впервой.
Григорьев, будете мне помогать? Егоров! 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 Я! Ну что там с песенниками? Готово, ваше превосходительство. Погоди. Станем, братцы, собираться, весело пришлось гулять. Станем пить, не напиваться. Ну давай, доктор. Время гроз уже прошло, славой нашей всех спасенье красным солнышком зашло. Мы, Мамая, поразили пал пред нами вольный швед. Фредерику уступили мы на помощь. Все атаки французских войск Ван Дамма были отбиты. К вечеру прибыли основные войска русской армии, при которых находились командующий Барклай де Толли и император Александр. Чьи это войска? Гвардия Ермолова, ваше величество. О, надо поддержать его. Еще одно поражение, и войну можно считать проигранной. Это не поражение. Совсем не поражение. Ваше величество, мне нужно отъехать к войскам. Атаки французов были отбиты, но опасность для всей союзной армии еще не миновала. Генерал, хочу передать вам от государя и от себя лично благодарность. Благодарю за мужество. Вам его у меня не занимать. Вы ранены? Какой там к черту ранен? Мундиром он за штык зацепился. Новый мундир. Да будет, Никита! Что вы обо всем этом думаете? Думаю, что можно их прихлопнуть. Что-что? Да вот что. Карту! На следующий день русские войска неожиданно атаковали правый фланг войск Ван Дамма. Австрийские части начали обходить его левый фланг. В тыл французам вышли прусские части генерала Клейста. В считанные часы французский корпус был полностью окружен. Ван Дамм пытался пробиться, но безуспешно. К 2 часам дня 10 тысяч французских солдат во главе со своим генералом сдались в плен. Ваше благородие, пленные! Я казачьего полка Исаул Карпов. Генерал Ван Дамм. Этот человек принимает меня за императора? Нет, он просто полагал, что возит с собой портрет генерала Ван Дамма. И теперь весьма разочарован. Вашу шпагу, сударь. Уведите. Ваше благородие. Это ж не он. Это Матвей, генерал Ван Дамм, наипервейший Наполеонов приятель. Как пить дать Георгия получишь. Ван Дамм. Дал же ж Бог имя, а? Фух, только зря гнедую загнал. Ты, Матвеюшка, выбросил бы свою статуэтку.
Погубит она тебя. Держи. Сражение под Кульмом стало первой крупной победой союзных войск. На поле боя прибыли русский император и король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Пораженным мужеством русских войск, прусский король приказал вручить всем без исключения русским солдатам и офицерам, участникам битвы, особую награду – Кульмский крест. Единственной солдатской наградой в Пруссии был Железный крест. Однако он вручался только прусским подданным за определенные воинские заслуги. Поэтому для русских солдат король Пруссии учредил особый орден. От Железного креста Кульмский крест отличался лишь тем, что на нем не было даты и вензеля короля. К награждению было представлено 12 066 человек. Весь комплект наград был изготовлен лишь к 1815 году. К этому времени в живых из участников сражения оставалось лишь 7131 человек, которым и была вручена эта награда. Но победа и известие о награждении настолько воодушевили русских солдат, что прямо на поле боя они самостоятельно начали изготавливать кресты и нашивать на мундиры. Материалом служили кирасы французской кавалерии, которые во множестве оставались на поле боя вместе со сраженной французской конницей. Мы соболезнуем вам, генерал. Ваше императорское величество, быть раненым за отечество весьма приятно. Что же касается моей левой руки, то у меня остается правая. Она нужна мне для крестного знамения, как символа веры в Бога, на коего я полагаю всю свою надежду. Генерал от инфантерии Александр Иванович Остерман-Толстой был награжден Большим прусским железным крестом, наградой, которая за всю историю вручалась только 7 раз. Вскоре граф Остерман-Толстой оставит армию. А в 1828 году он был вынужден навсегда покинуть Россию. В Женеве, в его кабинете до самой смерти генерала в 1857 году, висел портрет Алексея Петровича Ермолова, живое напоминание их славного прошлого. Победа под Кульмом действительно давала повод надеяться на перелом в войне. В боевых действиях на 3 недели наступила передышка. Противники собирались с силами. Стратегическое положение Наполеона ухудшилось. В сражениях и изнуряющих маршах от плохого снабжения и болезней он потерял значительно больше солдат, чем союзники. За август и сентябрь только от болезней и дезертирства французская армия лишилась 180 тысяч солдат. В первых числах октября союзники, усиленные свежими подкреплениями, перешли в наступление. Наполеон, оставив в Дрездене сильный гарнизон, направил свои войска к Лейпцигу. Здесь 16 октября 1813 года он встретился со всеми силами союзников. По разным источникам, к началу битвы союзники имели около 200 тысяч человек и 893 орудия. Наполеон – от 155 до 175 тысяч человек и 717 орудий. Превосходство было за союзной армией. Но многие ее войска еще не успели подойти к городу. Кроме того, Александру не давала покоя медлительность и нерешительность действий главнокомандующего – австрийского фельдмаршала Шварценберга. Я полагаю перевести войска на левый берег, вот к этим болотам, между реками Плейсой и Эльстером. К болотам? Раздробить армию и часть ее направить в болото? Господин фельдмаршал, оставаясь при своих убеждениях, может распоряжаться австрийскими войсками, как ему будет угодно. Что же касается русских войск, то они перейдут на правый берег Плейсы, где им и надлежит быть. Нихтерштейн. Я ничего не понял. Моро был прав.
Шварценберг, имея все силы, рискует потерять все. У меня надежда только на вас. Что это? Это Наполеон. Они готовятся атаковать. На главном же участке сражения, у деревни Вахау, Наполеон сосредоточил 112 тысяч солдат. Из-за распоряжений Шварценберга союзники имели здесь только 84 тысячи человек. То есть при общем превосходстве в силах именно здесь они оказались на 28 тысяч слабее. На следующий день в 9 часов утра Наполеон приехал на высоту у деревни Вахау. В 10 часу все три монарха, русский, австрийский и прусский, прибыли на высоту Вахберг, в 3 верстах от ставки Наполеона. Батальон на плечо! Войска Барклая двинулись в атаку, когда по ним вдруг ударила скрытая ранее французская батарея. 100 орудий генерала Труо одновременно открыли огонь. Французам ответила русская артиллерия. Тогда Труо добавил к своим 100 орудиям еще 60. Это была самая страшная пушечная дуэль за все известные ранее войны. Земля дрожала от нестерпимого оглушительного рева. В Лейпциге, за 8 верст от поля сражения, в окнах звенели стекла. Целые подразделения сметало огнем. Сотни, тысячи убитых и раненых. В это время Мюрат готовил атаку французской кавалерии. Сабли к бою. 80 эскадронов было собрано у Вахау для прорыва русских позиций. На одно построение этой массы ушло 2 часа. Но когда батарея Труо прекратила огонь, вся эта бесчисленная масса конницы ударила по войскам Барклая де Толли. По разным оценкам, в бой двинулись от 8 до 12 тысяч всадников. В считанные минуты они захватили русскую батарею, изрубив всю прислугу. Центр позиции был прорван. Французская конница находилась уже в 80 метрах от того места, где стояли все три монарха союзных держав. 80 метров отделяли Мюрата от того, чтобы захватить в плен все командование союзной армии. Битва и вся военная кампания могли закончиться в течение часа. Прикажите бургомистру города звонить во все колокола. Это победа. Именно здесь беспримерный подвиг совершили лейб-казаки из конвоя Александра I. Генерал-адъютант граф Орлов-Денисов приказал командиру лейб-казачьего полка полковнику Ефремову атаковать конницу Мюрата. Казаки ударили во фланг с окованным в железо кирасиром. Силы были явно неравны, но эта отчаянная атака горстки казаков внесла смятение в ряды Мюрата. Он развернул конницу, чтобы отразить удар. Этого времени хватило, чтобы к русским прибыли подкрепления. Александр I раньше других понял, что в битве наступил критический момент. Он приказал послать в бой батарею Сухозанета, дивизию Раевского и прусскую бригаду Клейста. Пушки Сухозанета в бой. Когда 100-пушечная батарея русского генерала Сухозанета открыла огонь, Мюрат начал отступать. Из своей ставки на холме Наполеон видел, как пришли в движение резервы союзников. Как свежие кавалерийские дивизии остановили Мюрата и вырвали из рук Наполеона уже торжествуемую им победу. Гвардию в огонь! Эта атака заставила императора послать часть гвардии на правый фланг.
австрийцы были отброшены. Их генерал, граф Мерфельд, попал в плен. Но весь план разгрома русских позиций провалился. Всего за один день сражения армии лишились от 60 до 70 тысяч человек. Но победитель так и не был выявлен. Ночью к союзникам подошли свежие силы Бернадотта и Бенниксона. Теперь они имели двойное численное преимущество над силами Наполеона. Понимая тяжесть своего положения, Наполеон отпустил пленного австрийского генерала Мерфельда с просьбой передать союзникам предложение мира. Я очень хорошо помню советы генерала Моро не заключать перемирие с Наполеоном. Ответа не будет. Завтра мы атакуем. 18 октября в 8 часов утра Барклай де Толли двинул свои колонны к Лейпцигу. Деревни у города переходили из рук в руки по несколько раз. Приходилось штурмовать или защищать каждый дом, каждую улицу, каждую пять земли. Русские солдаты графа Ланжерона штурмовали деревню Шенфельд, дома и кладбище, которые, обнесенные каменной стеной, были прекрасно приспособлены к обороне. Ланжерон сам вел солдат в штыки и после страшной рукопашной схватки овладел селением. Однако французские резервы выбили русских с позиций. Корпуса Клейста и Горчакова ворвались в деревню Пропстейн. Против них была брошена старая гвардия, которую вел в бой сам Наполеон. Французы выбили союзников из Пропстейда и двинулись в атаку на главные силы австрийцев. Под ударами гвардии неприятельские линии были готовы рассыпаться. Сир, плохие новости. Что? Все удачно. Ней, мы разобьем их. Саксонцы, сир. Они нас предали. В самый разгар битвы вся саксонская армия, сражавшаяся в рядах наполеоновских войск, перешла на сторону союзников. Панический ужас от разыгравшейся битвы, общее нежелание сражаться немцам против немцев, ослабление влияния Наполеона привели к отпадению от него германских союзников. Империя рушилась прямо во время боя. Наполеон оставался один. Никому ни слова об этой низости. Вспомните Красный и Березину. Мы вырвались там и прорвемся здесь. Маршалы Макдональд и Понятовский должны держаться в городе. Остальным отступление. Ваше Величество, к вам конец. Зови. Ночью с 18 на 19 октября французы скрытно начали покидать Лейпциг. Полагаю, случилось что-то необычайное, коли вы здесь. Судите сами, Ваше Величество. Невероятно. Они отступают. Волконского ко мне! Вы сейчас его не возьмете. Ну вот совет. Преследуйте его до границ Франции. Не давайте Наполеону передохнуть. Утром войска союзников пошли на штурм города, а французская армия все еще покидала Лейпциг. Пехота перемешалась с кавалерией, обозные фуры с артиллерией. Войска переходили через реку Эльстер по единственному мосту в центре города. Мост был заминирован французами на случай прорыва союзников. Внутри города осталось еще около 30 тысяч французов, в том числе маршалы Макдональд и Понятовский. Солдаты и офицеры бросались в реку. Многие, в том числе маршал Макдональд, смогли ее переплыть. Но берег был слишком крут, и люди порой просто не могли на него подняться. Огромное количество солдат и офицеров, в том числе и маршал Понятовский, утонули. В уличных боях погибло 13 тысяч французов. 11 тысяч человек, в том числе 20 дивизионных и бригадных генералов, попали в плен. Так закончилось величайшее из сражений эпохи, названное «Битвой народов». Около полумиллиона человек участвовало в этой битве. 130 тысяч были убиты и ранены. Из них 23 тысячи – солдаты русской армии.
К часу дня город был полностью взят союзными войсками. Наполеон навсегда покидал пределы европейских государств. Его империя рушилась. Он снова бежал во Францию, чтобы снова собрать армию, снова требовать от своей страны напряжения последних сил. Он все еще не сдавался. К ноябрю 1813 года русская армия подошла к берегам Рейна. За серой пеленой дождя скрывался противоположный берег. Там начиналась Франция. Красота. Я видел Рейн раньше, но никогда не видел в нем границ. Когда переправа-то? Ты меня знаешь, Алексей Петрович. Не люблю спешить. Знаю. А я такой, что прямо сейчас на тот берег. Я знаю, но как это? Что русскому хорошо, то немцу смерть? Там мою палатку уже поставили. Милости прошу к нашему шалашу. Благодарю. Лишь через 2 месяца русская армия переправится через Рейн, чтобы продолжить свой поход уже по дорогам Франции. Великий поход. От стен сожженной Москвы до ворот Парижа. Thank you.